Всем привет! В эфире «Ланчбокс». Сегодня мы будем готовить мясо. Что самое главное в хорошей буженине? Это, конечно, хорошая свиная шея и симфония специй. Поэтому помогать нам сегодня будет композитор и певец Жан Татлян. Жан, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, сегодня наши главные действующие лица, ну, конечно, солировать будет мясо, но не менее важную роль играют специи. Приступим? Приступим. Маринад уже начинает быть похож на такой соус. Соус, да. Но для абсолютной гармонии нужно еще кое-что. Кстати, о гармонии. А вот в чем гармония отношений между мужчиной и женщиной? Гармония – это могут они несколько. Один из, например, важных вещей – это характер. Это потому что мы все разные. Мы рождаемся, в этот мир приходим, у нас у всех разный характер. Абсолютно никогда не... Так же, как, знаете, это самый отпечаток пальца берут, нету одинаковых. Никак... То же самое характер людей, не бывает одинаковых. Люди должны, если они хотят быть вместе, они любят друг друга, они обязательно какой-то период после этой эйфории проходит эмоционально, да, любовь там, и должно, значит, найти компромисс и уступить друг другу вот эти углы жизненные, которые мы проходим, чтобы их сгладить. Вот компромисс, это взаимопонимание, вот и все. Сумение вовремя уступить. Да. Теперь все просто. Отправляем мясо в духовку на 2,5 часа. А пока готовится мясо, мы покажем вам наш секретный ингредиент. Хлебный нож, одна штука. Да. Итак, Жан, кроме того, что вы прекрасный композитор и музыкант, вы еще и кулинар и создатель соусов, насколько я знаю. Да. Из чего ваши соусы? Что вы туда кладете? Мои соусы – это... специи, пряности, травы, фрукты, овощи, злаки. Все это вместе. Композиция такая специальная, которую я придумал каждому соусу отдельности. И все это в сушеном виде, перемолоты и перемешаны вместе. И вот и все. Так, мясо, кажется, готово. Пора доставать. Накрываем салатом. Тоже будет вкусно. Так. И берем и на работу. Закрываем. Защелкивайте. Ланчбокс? Готов. Готов.